Дорогие друзья, в эфире клубное телевидение футбольного клуба «Чайка» Песчанокопская. Завершилось голосование в официальной группе ВКонтакте, в ходе которого был избран лучший игрок нашей команды по итогам первой части текущего сезона. Им оказался нападающий Владислав Руденко. Влад, привет. Привет. Сыграем? Конечно, сыграем. Влад, болельщики тебя избрали лучшим футболистом «Чайки» в первой части сезона 2017-18. Как сам оценишь свое выступление? Начало сезона не задалось, потом как-то сумел себя перебороть, пришли голы. Тем самым, я надеюсь, и порадовал болельщиков, потому что они за меня проголосовали. Вот, ну, останавливаться не собираюсь, хочу такой же трофей и в следующей части забрать. На предсезонных сборах, будучи дебютантом, ты здорово провел два контрольных матча, забил голы «Дружбе», «Черноморцу». Почувствовал, что «Чайка» твоя команда? Это сразу видно. Человек, когда приходит в новую команду, это сразу бросается в глаза. Попал он в коллектив, не попал. На то время я чувствовал, что да, я пришел в ту команду, которая мне абсолютно подходит. В настоящий момент в твоем активе 6 забитых голов. Какой ценишь особо? Ценю каждый гол. Нету такого, который будет дороже другого. Каждый гол, он очень ценный. Какой гол тебе запомнился больше остальных? Наверное, гол с «Черноморцем», когда я получил передачу от Кости Троянова. Протащил и забил гол. Матч с «Черноморцем» на сегодняшний день лучший в твоей карьере? Нет, не лучше. Какую еще отметишь? Лучший матч – это когда я забил за 20 минут 3 гола футбольному клубу «Астрахани». А в составе ростовского «СКА»? Да. Наверное, для меня это был лучший матч. Но этот будет на втором месте. Влад, какие-то ставил планы, сколько забить перед началом сезона? Нет, конечно, я этим голову не забивал. Была цель, как можно больше забить, приносить пользу команде, забивать. Как считаешь, в каких компонентах необходимо прибавить, чтобы выйти на новый уровень игры? Надо очень сильно трудиться на тренировках, прикладывать очень много терпения. В первую очередь терпения, надо просто пахать и молча, и придет все. Спасибо за игру.